Ранним утром 12 октября в деревню Красного Калининского района области вылетел вертолет К-32 МЧС России. Его привлекли к тушению пожара на территории не введенного в эксплуатацию строящегося банно-гостиничного комплекса. Огонь быстро распространялся. К моменту приезда первых пожарных расчетов площадь пожара составляла 1700 квадратных метров. Тушение осложняли сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и плотность застройки. Огнеборцам удалось отстоять порядка 40 строений. Пожарный вертолет совершил 6 сбросов воды, а это без малого 20 тонн. К тушению привлекалось порядка 90 человек и 17 единиц техники. Тушением огня руководил начальник главного управления, генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян. В разгорании ликвидировано в 9.30 утра. Никто из людей не пострадал. На место выезжал прокурор Калининского района Фуад Гасанов. Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в 16 нежилых строениях в деревне Краснова. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре. Эти свертки с наркотиком обнаружены у двух уроженцев ближнего зарубежья, когда они в Твери организовывали тайники и закладки. По данным экспертизы в свертках, синтетический наркотик и метадон. Его задержанные планировали распространять в столице Верхневолжья. Возбуждено уголовное дело. Максимальная мера наказания по этой статье Уголовного кодекса составляет 20 лет лишения свободы. По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.